Привет, друзья! Ромашкино подворье на связи. Рад вас приветствовать. Многие хотели увидеть меня вживую, но вживую там особо не на что смотреть. Вот такой хозяин Ромашкиного подворья, не знаю, весь рост показать себя не смогу. Ну, в общем, вот так есть как есть. Ничего особенного, обычный человек как человек. Вот такой, какой есть. В общем, после того, как загрузилось видео о том, что цыплята наши одни сидят дома, сейчас я вам их покажу, у меня здесь срач в моей комнате. Вот. Не знаю, видно или нет, как оно здесь снимать на вот эту камеру. О, видно. Здесь у нас сидят цыплятки. Я рассказывал о том, что должно прийти инкубационное яйцо от Владимира. В общем, как только видео монтировалось, загрузилось, мне пришла смс-ка, что инкубационное яйцо уже на почте. Пока я сидел с нашими малышами, жена оделась, поехала, забрала посылку. В общем, посылка пришла, и посылка уже стоит у меня в комнате. Сейчас мы будем открывать посылку, посмотрим, сколько яиц приехало, какие они приехали, потому что ехали они очень долго. Сейчас нужно найти, чем их открыть, эту посылку. И, в общем, сейчас будем смотреть. Посылка пришла из канала Владимир, семейная экоферма. Сейчас Владимир канал перезвал Владимир Бабич, семейная экоферма. И оттуда к нам пришло инкубационное яйцо индюков. Так что открываем. Вот такой коробок. Я вам говорю, что и шел он действительно с Одессы к нам сюда неделю. Еще такого никогда не было. Всегда посылка приходила через день-два. Ну, а в этот раз посылка ехала очень долго. И я уже, конечно, переживаю, как она доехала и что к нам приехала. Но надеюсь, что все будет хорошо. Ко мне звонил мой зритель. Потому что говорить подписчик — это как-то неприятно, наверное. Звонил мой зритель Западной Украины и посоветовал мне приобрести инфракрасные коврики для моих цыплят. Или ультрафиолетовые, в общем, для того, чтобы обогревать цыплят в сарае. Сказал, где он их покуплял. Вот такой пенопласт, короче, начнем распаковку. Сказал, где он их покупал, для того, чтобы я заказал себе, чтобы мне было попроще обогревать цыплят в сарае. Так что спасибо вам за вашу заботу и за то, что вы внимательно смотрите и сопереживаете вместе со мной для того, чтобы в нашем хозяйстве все было хорошо. Так, та-дамс! Вот так все у нас было запаковано. Это яйцо красных индюков. Опилок у Владимира не было, так как он не смог их найти из-за того, что все было закрыто на карантин. Он запаковал яйцо в то, во что было. Сейчас я возьму лоточек, где-то у меня есть, и будем выставлять эти яйца. Лоточек у меня неполноценный. Яйцо, смотрите, крупненькое. Наверное, покрупнее, чем у моих индюков. Темное. Вот такое в крапинку. И яйцо холодное, прихолодное. Как оно ехало и где оно стояло, непонятно. Вроде бы яйцо целое. Ну, конечно, переживание у меня присутствует. В общем, сейчас посчитаем, сколько яиц. Одно мы достали. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 яиц. И 22, наверное, яйца уже есть у меня. Так что я вам хочу сказать, куш у нас неплохой уже. Яйца, смотрите, крупненькие, красивенькие, хорошей формы. Яйцо красных индюков, как я уже сказал, порода бурбон. Интересная история с появлением этих индюков. А может быть, здесь и голубые есть, потому что это подписанная история с приобретением красных индюков. Очень интересная. И вообще история нашей дружбы с Владимиром тоже достаточно интересная.
Есть такой интересный канал, многие его смотрят. Канал этот тоже очень интересный. Много ходит разных слухов об этом канале, многие его знают. И я первый раз, когда начал интересоваться YouTube, когда попал сюда, в Днепропетровскую область, тоже подсел на этот канал. Он меня заинтересовал. Это канал Андрей Новиков. Благодаря этому человеку, благодаря его видео, которые он снимал, его позитивному настрою, рассказам о его животных, я решил тоже заниматься каналом, выкладывать видео. Я тогда еще работал в школе, у меня тогда было много хозяйства, но уже я и шел на сокращение, потому что у нас родился первый сын, я работал в школе, времени не было, и как-то с хозяйством у нас тогда не складывалось. Не было времени на все. Тогда уже были телята, были бычки. В общем, вот такой. Начала я снимать видео на своем первом канале. И это было летом. А ближе к зиме мы познакомились с Владимиром на моем канале, когда я показывал своих мускусных уток. Его заинтересовали мои мускусные утки. Селезень Гоша. Большой, крупный, и мы начали общаться. Потом обменялись номерами телефонов и уже созванивались по телефонам. До сих пор помню этот первый звонок, помню первый комментарий, помню, как развивалась наша дружба. Очень добрый, хороший, отзывчивый человек, позитивный, интересный, всесторонний, очень хороший. Есть некоторые люди, которые считают, что я специально делаю рекламу для его канала. Я рекламу не делаю, многим я в рекламе отказываю, а практически я это делаю для всех. Я делаю рекламу тем каналам, которым хочу сделать. Владимир в рекламе не нуждается, у него интересный канал, интересная хорошая птичка ухоженная, там есть на что посмотреть. Я вам даже хочу сказать, что я считаю, что его канал намного лучше, чем мой. Почему? Потому что разнообразие разных птиц, есть хорошие хозпостройки, есть большие вольеры, есть выгул для птицы, есть возможность содержать, есть желание заниматься, есть возможность это делать. Но, конечно же, иногда не хватает его видео, потому что они не постоянные. Но на это есть причины, так как у человека тоже двое детей, семья, работа, много-много разных дел, так что это тоже все можно понять или понять. Ну, а вообще, вот такие дела, и канал интересный, и кто еще не подписался, то переходите, подписывайтесь и смотрите эти видео. И в общем, мы познакомились благодаря моему каналу и начали общаться. Общаемся мы уже давно. Первый канал у меня накрылся медным тазом, потому что я забыл к нему пароль. Плюс ко всему этому у меня заглючил телефон. А потом возобновить это дело все не смогли. И мне пришлось начинать вести свой новый канал, который вот сейчас действует до этой поры. Так что канал я начал вести по-новому, ну а дружба наша осталась по-старому хорошая и крепкая. Вот одно яйцо у нас побитое. Так что минус уже один. И когда я захотел красных индюков, я их нашел, но у меня не было возможности финансово их купить. И, конечно же, к кому первому я обратился за помощью и поддержкой, это был Владимир, который выделил финансы, который поддержал мою инициативу и который помог в их приобретении. Так у нас на хозяйстве появились первые индюки Максим и Даша. Потом осенью я докупил еще немножко индюшек, об этом тоже есть видео. И так у нас была семья красных индюков, и до сих пор у нас эти индюки есть. Но случилась у нас немножечко такая неприятность. Индюшек у нас одних украли, другие улетели в теплые края, и осталась у нас одна Даша на хозяйстве. Не думал я, что в этом году у меня получится уже купить новых индюков, но я приобрел еще три индюшечки молодых, они уже вот занеслись.
И Владимир мне передал еще инкубационное яйцо, так что мы их проинкубируем и возобновим стадо красных индюков, так как индюк это очень хорошая птичка, хорошая во всех планах. Чем хорош краиндюк породы красный бурбон? Тем, что, во-первых, это одна единственная порода из всех индюков, которая ценится за высокие вкусовые качества своего мяса. Они очень хорошо несутся, несут крупное яйцо, яиц несут очень много в цифрах, чтобы вам сказать, это от 80 до 160 штук в год, если правильно за ними ухаживать. Плюс ко всему этому обладают они очень сильным иммунитетом, могут находиться практически все время на пастбище, если есть выгул. Очень хорошие наседки, мамашки. Очень хорошо растут. И вообще красивая птица, которая должна быть у вас на подворье. В общем, количество яиц 19 штук. Одно у нас побитое. Ну, а эти я еще пересмотрю, помою их, потому что они немножечко в болоте. Так как, ну, у нас сейчас погода такая, то дождь, то снег, то болото. Ветер сильнейший на улице, на улицу практически выйти невозможно. Помою, пересмотрю, и завтра мы заложим уже инкубационное яйцо наших индюков. У Владимира индюки постарше тех индюшек, которые покупал я, и яйцо покрупнее. Тем более, что яйцо у него, когда я высылал к нему инкубационное яйцо, оно было от моей индюшки, от Даши. Даша сама по себе крупная, там в ней 8 килограмм плюс-минус веса живого, и она несет крупные хорошие яйца. В тот период неслась она, и яйца были от нее крупные. Сейчас у меня несутся мои молодые индюшки, у них яйца совсем вот другой формы. Если яйцо это круглое и большое, то от моих индюков яйца идут вот такие длинненькие и не совсем большие, потому что они еще молодкие, я не думал, что они так рано занесутся. В общем, вот такие у нас новости. Инкубационное яйцо уже к нам пришло. Надеюсь, что оно все от красных индюков. Потому что некоторые подписаны, а некоторые не. У Владимира еще есть и голубые индюки. Может быть, у меня желание еще появится завести и голубых индюков. В общем, в количестве 19 яиц к нам пришла посылка. У нас на данный момент 18, потому что одно побитое. И у нас есть 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 22 и 18, если я не ошибаюсь, это у нас 40 штук. Если успею, завтра закладу яйцо. Если нет, то завтра вечером. Но об этом всем сниму видео, расскажу, покажу, как я закладываю яйца в инкубатор индюшиный, как инкубируется и вообще, что нужно делать. Так что, спасибо за просмотр. Вот такие у нас новости, вот такие у нас дела. Яйцо сейчас мы оставим для того, чтобы оно приняло комнатную температуру, немножечко отогрелось. И только после этого нужно его закладывать. По поводу того, мыть или не мыть яйцо, я вам хочу сказать, что его можно мыть. Плюс ко всему этому, его нужно мыть. Еще был такой интересный вопрос, я его вспомнил. Можно ли закладывать яйца, которые были в холодильнике? Нужно. Если у вас других нет, можете смело их доставать. После того, как они прогреются, закладывать в инкубатор. Вывод птенцов будет. Так как я рассказывал вам в прежнем видео о том, что я бегал в тете Вале за лампой, но та лампа не подошла, которая с тарелки большой. Почему не подошла? Потому что она неисправная. Дед Сережа на работе, и в общем мы нашли с тетей Валей вот такую настольную лампу, и пока работает она. Ну, цыплятам под ней комфортно, корм они свой уже скушали, пьют водичку. В общем, все у них хорошо. Так что вот такие у нас дела и новости на данный момент. Всем спасибо за просмотры, подписки, лайки, комментарии, за то, что вы есть, за то, что вы интересуетесь нашим хозяйством, нашей жизнью, как она у нас протекает, жизнью наших животных. Всем всего хорошего, любите, будьте любимы, делайте добро, берегите себя, своих родных и близких, крепкого здоровья вам! Вашим родным, близким, питомцам, если они у вас есть. В общем, всего вам самого хорошего, доброго, прекрасного, светлого и ясного. Всем всего хорошего.
Всем пока-пока и до новых встреч!